Всем привет! Я из отеля опять. У меня тут проблема с сплит-системой, ну, как и всегда, собственно. Ну, тут все просто. Не хватает газа. Ну, тут раньше до меня устанавливали извращенцы, использовали алюминиевые трубки. Это, конечно, я все уберу под замену. Поставим медь и заправлю заново. Нет необходимости даже его снимать, оно не грязное. Ну, может быть, снять надо внутреннюю часть. Вроде бы жалуются, что вода течет. Ну, это всего лишь вот эта трубка там неплотно сидит. Надо поставить хомутик. В общем, проверю. Сейчас пойду покажу. Тут художник приехал, стены, которые рисует. Он известный у нас в провинции. Бернардо Неуман. Внук русского и немки, кажется так. Сейчас я покажу его художество. Вот они рисуют помощником. Бернардо? Exacto? Бернардо? Sí. Filmando. Para los rusos. Dale. Вот это вот и известный художник, explicando en idioma ruso, que artista famoso en provincia Misiones. Вот, он рисует здесь много где, на стенах. Ese artística, ¿cómo se llama? Artística, ¿cómo es? En el mural. ¿Pintura mural? Pintura mural. Sí, sí, muralismo. Hay una palabra especial. No sé cómo se llama. Hay graffiti, pero no es graffiti, es otra. Graffiti es vulgar. Sí, sí, no, no, esto es artístico. Artístico, sí, художество. Ну, в общем, я не специалист. Вот эти рисунки у нас по всей провинции, на Кастанере, лестница. А? Me orgullo saber a usted como... Bueno, como nieto de ruso. Внук русского. Да, дедушка русский. Ну ладно, в общем, показал. Потом здесь будет, наверное... Acá va a dibujar cataratas, algo así. No. Acá va solo monte, va acá. Лес. Nuestra provincia es verde. Bueno, terminamos. Ну все, закончил я. Заправлю сейчас газ и поеду домой. Вот картинки, которые рисует этот художник. А я вспомнил, как это называется. Это называется стрит арт. Уличное искусство. Как-то так. А вот художник, значит, уехал, а рабы остались. Вот так вот они и рисуют. Евгенио, ¿quién es artista? ¿Él o vos? Él. Pero, ¿y vos sos esclavo de...? Se dicen esclavos. Hay escritores que como escriben libros, pero no solo. Tiene varios esclavos que hacen eso. El escritor solo usa su nombre. Pero él tiene la idea, ¿o no? Idea está. Мы говорим, что... Я говорю, есть писатели, которые имеют рабов, что из-за них пишут. Но он говорит, что идея это ихняя. И вот, igual. No, yo ya te dije, el señor ya me libera, ya me, no soy más. Pero, ¿y ese qué es? ¿Ese para como volumen? Estos son árboles. Árboles, pero... Textura, claro. Textura. ¿Volumen cómo se llama? Para tener... Sí, volumen, 3D, algo así. Ajá, y ya говорю... Это чтобы объем был. Намазывает шпаклевкой, и деревья будут объемные, как интересно. Ну, сейчас они, когда разойдутся, я напишу. Здесь был Сережа. Или как один дурачок в Парагвае написал слово из трех букв. Мэна. Привет всем из аргентинской Месопотамии. До следующего видео.